عباد الله تداوى قول النبي صلى الله عليه وسلم. Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: "О рабы Аллаха, лечитесь". الإنسان أحيانا قد يكون بعض العلماء يقول التداوي واجب. Как ученые говорят, что иногда для человека может быть лечение обязательным. نعم إذا يعرف أن إذا لم يتداوى يهلك يموت. Говорит, если он знает, что если он не будет лечиться, он умрет. ولكن تداوى الأصل أننا نبحث عن الرقية الشرعية أهم شيء. Однако в первую очередь, самое первое, самое главное, что мы читали рукой. الأدوية النبوية مثل الحجامة شرب العسل. Лекарства, которые у нас приходят в сунне, допустим хиджама, допустим мед. الحبة السوداء القسط الهندي. Допустим тмин или القسط الهندي. مثلا يعني ولا نعتقد أنه مؤثر بذاته لا نعتقد أنه السبب والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده جلب المنافع ودفع المضار. Конечно же, мы должны быть убеждены, что эти лекарства не помогают сами по себе. Это только причины, меры и средства, которые мы предпринимаем. И однако только Аллах Субхану Тааля может нанести кому-то вред либо же принести кому-то пользу. إذا الدين الإسلامي ينهى عن التداوي؟ لا. То есть ислам что запрещает лечиться? Нет, конечно. بل يحث على التداوي بل يأمر قلنا إذا كان يتوقف عليه. نعم. Более того, побуждает и более того приказывает ислам то есть лечиться, если знает человек, что это может привести к его погибели, если не будет лечиться. لكن ينهى عن التداوي محرم. Однако запрещено лечиться запретным. ما يمكن التداوي محرم. То есть запретным лечиться нельзя. ما يمكن يذهب إلى الساحر. Нельзя идти к колдуну, допустим. ما يمكن يتناول المخدرات مثلا. То есть наркотики. أو مسكرات. Или же опьяняющие. أي نعم، لأن الله سبحانه لم يجعل فيها شفاء. Потому что Всевышний Аллах не сделал это исцелением. يبحث عن الأمور التي لا تخالف الشرع يتداوى بها. То есть ему необходимо искать те вещи, которые не противоречат шариату. То есть لا يفتقر إلى الخلق. Не нуждается чрезмерно в человеке, то есть людях. يعلم أن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. Знает, что исцеление в руках Аллаха. يذهب للراقي ويفتقر إليه كخرج من السبعين ألف. Когда человек идет к этому чтецу, то есть рукья, который читает, он начинает чрезмерно привязывать свое сердце к нему, то есть нуждаться в нем, и тем самым он выходит из 70 тысяч. نعم.